Стоило ему крикнуть «Я Чапаев! Бросай оружие!» и противники повиновались. Имя красного атамана еще при жизни обросло легендами. Василий Иванович Чапаев не был главнокомандующим, не совершал масштабные боевые операции, но в сознании простых людей остался любимым командиром из народа. Василий Иванович не имел никакого образования, кроме церковно-приходской школы, и в военной академии в Москве провел ровно 3 месяца. То есть в этом анекдоты о Василии Ивановиче соответствуют действительности. Но не соответствует действительности вот это сталинское представление о простоте Чапаева. На самом деле он был очень умный человек, прекрасно знавший историю России. И воевал чрезвычайно грамотно. Порывистый, бесшабашный командир-самоучка предпочитает партизанские методы, следит за дисциплиной, первым бросается в гущу сражения, подавая пример остальным. Таким Василий Иванович предстает в фильме «Братьев Васильевых». После революции начальник 25-й стрелковой дивизии Красной Армии Чапаев воевал против Колчака. Блестяще изучив местность, в 1919-м форсировал реку Белую и занял Уфу и Уральск. Там-то, в неравном бою с Белой гвардией, и оборвалась жизнь бравого комдива. Гибель Чапаева тоже стала легендой. Одни считают, он умер от ран в ходе перестрелки, другие, что он переплыл реку Урал, третьи вовсе уверены, Чапаев спасся. В народном сознании он действительно живее всех живых, что подтверждают бесчисленные рассказы и анекдоты. А о значении его подвигов говорит хотя бы тот факт, что именно в Чапаевской дивизии были воспитаны будущий герой битвы за Москву Панфилов и знаменитый партизанский вождь Ковпак.